Россия и Азербайджан активно сотрудничают во всех отраслях, исходя из важности развития не только двухсторонних отношений, но и решения тех региональных задач, в которых наши страны взаимодействуют. Об этом в эксклюзивном комментарии «Репорт» заявил официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Москве. Она также отметила большое желание стран коллективного Запада НАТОвского блока ловить рыбу в мутной воде, а до этого еще воду взбаламутить. «Я думаю, что в Баку об этом хорошо знают, как и в других странах региона», – подчеркнула Захарова. Этот регион многострадальный. Он прошел через множество конфликтов и даже войн, кровопролитных, жестоких, которые оставили рубцы в сердцах людей разных национальностей. Поэтому кто хочет прийти с миром, помочь, посодействовать, я думаю, мы все будем только рады. Но у кого за пазухой не камень, а даже нож, пойдите отсюда прочь, из нашего региона. Мы столько сил вместе, совместно посвятили для того, чтобы отстоять здесь мир, что нужно сделать все, чтобы не позволить вот этим самым очередным махинаторам и манипуляторам развернуть свою политику управляемого хаоса. Потому что, кстати говоря, в последние десятилетия этот хаос стал неуправляемым.